Доступа ноль. Ответ. Молодец. Молодец. Ты что, молодец? Ты что, обалдел, что ли? Ты раньше мне сказать не мог. Да пошел. Ну, живой же он. И ты тоже, кстати, могло быть по-другому. Королёв дал мне команду проверить тебя. Скажешь ты мне про Хомякова или нет, что он собирается настучать на тех, кто на комбинате пороет? Я доложил ему, что ты все рассказал. Они спрятали Хомякова. Как будто он убит. Хотели посмотреть на твою реакцию. Чуть не прокололся. Чуть не прокололся. Поехали. Поехали, поехали. Торопился же. Ну что, с крещением тебя. Я не понимаю, почему сразу нельзя было сказать, что Борис наш? Нужно было посмотреть, как ты соображаешь. Как будешь выкручиваться из ситуации с Хомяковым. Ты не выкрутился. Не понял, что Хомяков подстава. И не доложил обо всем Борису. Если бы не был нашим человеком, ты бы из командировки не вернулся. Ну ничего. Кстати, насчет гидранта и документов я все знаю. А вот фокус с журналами отлично получился. Молодец. Браво. Тебе не хватает опыта. Набирайся, Кирилл. Побыстрее. Времени нет. Борис будет твоим начальником и по нашей линии. Раз уж ты его не убил, думаю, сработаемся. Тетя Люсь, иди. Привет. Привет. А ты хозяйственный. Хочешь помочь? Может, в ресторан? Как? На машине. У меня нет машины. Ну, у меня есть. Ну, ты подумай. Нравится? А, да. Я, если честно, никогда толком в ресторане-то и не был. Я из Подмосковья. Как ты в милицию-то попал? Провинциальный цветок. Ну, а куда еще?
После армии увидел объявление о наборе в школу милиции. Романтика, короче, привлекла. Это у вас сарказм? Перестань, не обращай внимания. Я же понимаю, ты всего сам добивался. Это я на всем готовом росла. Машина, квартира, поступление в университет. У тебя девушка-то есть? Да. Ну, сегодня есть, завтра нет. Не имеет значения. Давайте о другом. Давайте. Что-нибудь еще? Ты музыку любишь? Классическую. Да. «Лебединое озеро», «Адажио». «Адажио»? Ну, вообще-то, я не знаю, что это значит. Мне просто слово нравится. А еще мелодия к «Спокойной ночи, малыши». Поехали ко мне. Зачем? Затем. Ольга, простите, но... А, девушка. Или нет? Отец. Ты боишься, что ему не понравится, что ты со мной переспишь. Он тебя отстранит. Или нет, мне что-то не понравится, я ему доложу, и он все равно тебя отстранит. Тут как ни крути. Все не так. Так что? Простите, я не могу. Дмитрий Федорович, какими судьбами? Не рад гостю? Такому гостю всегда рад. Прошу, чаю? Нет, спасибо, я ненадолго. Заехал поговорить. Ну, как ты с Леонидом на новой должности? Звонил он мне 2 дня назад. Сказал, что поддерживает. Рад, мол, что я в секретариате утвердился. Смог занять свое место. Это он про то, что ты Черненко подвинул? Очевидно. Казалось, что я в секретариате нужнее, чем в КГБ. Я в это время сидел у него в кабинете. Это я заставил его тебе позвонить. А я догадался. Сам бы он никогда не стал. Сам он многое чего делать не стал. Сам он только Щербицкого продвигать будет. Да. Ну что, надо готовиться к ноябрьскому пленуму? Да. И собрать все силы. Надо, чтобы Леонида заменил ты. Привет. Доброе утро, папочка. Доброе утро, Олечка. Где была вчера? Друзей. У кого конкретно? У Марины. Так ты машину-то у Марины поцарапала? Или с Нестеровым в ресторане? Пап. Что, папа? Во-первых, никогда не ври мне. Во-вторых, чтоб ты с ним больше не встречалась. Это мое дело с кем.
Нет, это пока мое дело, с кем ты хороводишься. Нашла себе жениха, Летеху Зеленого. Сделай из него полковника, раз так тебе нужно. Забудь о нем. Витя, успокойся. Это мое дело, с кем встречаться. Захочу, буду. Нет, не будешь. А что ты мне сделаешь? Оля. Уйди отсюда! Отлично. С удовольствием. Будет так, как я сказал. Сейчас иду. Иду. Привет. Привет. Можно? Да. Это тебе. А что это такое? С новосельем я не знала, что подарить, поэтому вот лампа. А у меня перегорела. Давай, ну, проходи. Проходи. Да. С новосельем. За тебя. За тебя. Стой, Оль! Здрасте. Здравствуйте. Девушка твоя? Оля. Чего? Я у тебя поживу пока. Что? С папой поссорилась, между прочим, из-за тебя. Не разрешает нам встречаться. А мы с тобой разве встречаемся? А разве нет? Она шутит, Рит. Какие шутки, орал, как сумасшедший. Обещал нас двоих убить. Рит. Рита, Рита! До свидания! Ну зачем ты так, Оль? Я дома. Алло, Лидия Ивановна, простите, что поздно. Ира у вас? Что? Ты ничего не сделал с вашей дочерью. Все, я вернулась. До свидания. Ой, добрый вечер. Ты где была? В Светке ездила. Нам заказы выдали, а у нее все в Чехословакию уехали. Смотри, нам все перепало. Колготки капроновые, лак для волос, бананы и икра. Никогда не делай так. Как? Записку оставь.
Все хорошо. Бананы мы в газету завернем, чтобы созрели. Ну все, все, перестанем, все же хорошо. Дмитрий должен был тебе сказать, на нас ты можешь положиться. А мы люди не последние, нас многие послушают. В республиках и областях настроения сложные. Боятся? Ну, наверное. Не все, но многие. Опасаются, что их коснется. Когда мы порядок наводить станем... Закавказье, Средняя Азия. Представляю, что там творится. Не представляешь. Юрий, ну, ты знаешь, у нас отношения по-разному складывались. Не просто все было. Ладно, кто старое помянет. Ну, вот и я о том же. Сейчас вся надежда только на тебя. Кому звонил? Я по работе звонил. По работе? Ольге или Рите по работе? Ну, старик, ты даешь. По одной сам сохнешь, другая по тебе сохнет, но с ней не поругаться нельзя, и любить нельзя. Да. Чем ты их берешь? Наивностью, что ли, своей деревенской? Сам ты деревня. Кстати, насчет деревни. Королев дал команду поехать в один колхоз. Председатель там некто Горелов. Королев его прикрывает, но в последнее время председатель перестал платить. Надо его припугнуть. Короче, собирайся, Дон Жуан. Ну, поехали. У нас есть путь. Вот по нему и надо идти. Надежда вся на тебя. И мы победим. А Щербицкий... Только не надо нам больше никого с Украины. С нас Хруща за глаза хватило. И? Уважаемые пассажиры, скорый поезд Москва. Кстати, местная милиция ничего не знает о нашем визите. Еще бы. Выглядим как бандиты, оброк выбивать. Да почему? Вполне прилично выглядим. Чего ты переживаешь? Узнаем побольше о Королеве и его клиентах. Все нормально. Я вообще не понимаю, что Горелов украл в своем колхозе, чтобы потом его прикрывать. Да там такой колхоз, что я тебе потом расскажу. Батя, здорово! До деревни Мизина подбросишь? Какой деревня? Мизина. Там еще колхоз Заречный. Ты ничего не путаешь? Ты местный? Ну, местный. Ну, поехали. Садись. Вот, чтобы ты понимал, этот Заречный колхоз-миллионер, пансионат свой, база отдыха у озера. Все бы колхозы такими были, а? Дела закончим, пару дней отдохнем, порыбачим. А начальство? Перебьется начальство, подождут. Бать, давай-ка аккуратней, что ты не дрова везет? По шоссе ехать надо было. А, по шоссе, стоп! Так, давайте выходим, толпите, ребятки, в гору. Давай, давай! О, дает. Давайте, давайте, быстрее, ребят. Так, стоп, дверь закрой и толкай. Ну, давай. Давай! Давай! Эй, куда?
И удочки ваши забери! Эй! Мужик! Хватит! Плакали 3 рубля. Куда он поехал-то? А что ты вышел из машины? Я не знаю, что ты вышел из машины. Люди! Почта. Пойдем. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу заказать разговор на Москву. Ну, когда линию дадут? А когда примерно? Может, 5 минут, может, час. Девушка, во сколько сегодня заканчиваете? Я замужем. Не, ну понятно. Девушка, а быстрее нельзя? Нет. Мы с коллегой ищем деревню Мизино. Это где-то здесь недалеко. Угу. Едем туда сейчас на машине. Может быть, сопроводите нас? И поселок Заречный. Какое Мизино? Там за лесом? Ну да, за лесом. Так его немцы еще во время войны сожгли. И колхоз тоже. Мне бабушка рассказывала. Что вы говорите? А вы… вы историки? Да нет, мы по другой части. Из милиции. Ой. Девушка, а вот такой Горелов вам не знаком? Не знаю никакого Горелова. Вы линию ждать будете? Будем. Девушка, как вас зовут? Не будет разговора. Почему? И связи не будет сегодня. Вообще. Не отвечают. Приходите завтра. Какие вам цветы нравятся? До свидания. Все, пошли. Пошли, пошли. Напиши, где же карандаш. Да подожди, я сумку забыл. Напиши мне письмо. О-о-о-о-о. Завтра я зайду к вам. Приехали. Тут что-то не так. Ты письмо напиши. Я зайду к ней завтра. Слушай, заканчивай, я серьезно. Я тоже серьезно. Может быть, тут поселок для этих? Тук-тук, сиди, откроем. Значит, надо искать санитаров. Милицию ты имеешь в виду? Ну да. Здрасте. Хорошо у вас. Тихо так. Люди приветливые. Ага. Люди очень приветливые. Чемоданчик не кладем. А вы к нам какими судьбами? По делам или отдохнуть? Ну, мы вообще-то человека одного ищем. Горелов его фамилия. Знаете? Горелов? Не знаю такого. Понятно. А деревня Мизино. Войну, наверное, сгорела, да? Ага. Памятник там хотели поставить. Много народу погибло. Но никак не поставят, местное начальство не раскачается. А колхоз? И колхоз. Послушай, друг, как выбраться отсюда? Да никак. Серьезно? 300 метров, автобусная остановка. Подвезешь, может? Времени нет. Ну, давай, удачи. И вам. Про Горелова спрашиваю? Ага. Короче, кино не будет. О, корова. Корова, му. Ну что, пойдем? Куда? За коровой. Бери удочки. Корова, му. Вот
Здорово, мамаш! Привет, оголтелый, а! Вот корову твою привели. Ага, господи, откуда? Откуда вот? А сами-то откуда? Из Москвы мы, из столицы. Красавица, пусти переночевать. Ой, у нас тут москвичей-то не любят. Так а мы и не из Москвы особо. Переехали недавно. Я из Ленинграда, он вообще из деревни, смотри, крестьянин. Да, он вам картошку окучит. Его хлебом не корми, дай тяпкой на ночь помахать. Забавники вы. Да, нас только пустим и развеселим. Да, если накормите еще. Ой, да у меня из продуктов только картошка да творог. Так он за картошку и творог тебе весь огород перекопает. А чё? А у меня в доме места нет. Ну, если только в бане переночевать. Пойдем. Пустите в баню. Да? Пошли, красавица. Давай. Спасибо тебе. А про картошку-то болтовня или как? Кирюх, ну шутки шутками. А бабке завтра помогать придется в огороде. Помогай. А что, я не против? Я вот только на крышу не полезу. Вот вернемся в город, расскажем Королеву про колхоз, орденоносец. Ни человека, ни деревни, ни колхоза, ни орденоносца. Фантастика. Ганс Христиан Андерсен. Давай уже спать, а? Картошечка хороша. Давай. Подушки-то с сеном. Да. Ой. Горим! Ах ты! Ой! А ну-ка, отойди! Подожди, отойди! Да! Ну-ка, отойди! Ну-ка, отойди, я говорю! Да. Я лавочку сейчас. Ага. Отойди, отойди. Давай. Давай. Отойди. Давай. Давай. Подожди, кепочку! Кепочку! Давай, кепочку! Давай! Пошел, пошел, пошел! Да. Давай сюда! Давай! Грустно, конечно. Но зато картошку не надо полоть. Ой. Ну, сделать-то мы ничего не успели. Чему? Вопросы позадавали. Алло. Алло, про что? Про деревню, которой 40 лет как нет. А главное, кто стрелял? Бендеровцы? Полицаи? Власовцы? Ладно, на самом деле шутки плохи. Что им известно? Приехали два милиционера из Москвы, искали товарища Горелова, деревню и колхоз. Надо звонить в Москву. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что делаете? Полирую. Председатель? Председатель. Постсовета. Постсовета. Нам надо позвонить. Простите, но... Освободите, пожалуйста, помещение. Ну, знаете ли... Знаем, у нас служебная необходимость. Выведем. Послушайте, я в своем кабинете. Что такое? Почему? Что? Послушайте, будете упрямиться, сообщу, куда следует, что вождя неправильно полируете. Да что? Мы вам обещаем, что ничего трогать не будем. Какой-то... Что за... Добрый день.
Это я. Код доступа 0. У нас большие сложности. Стрелявших видели? Не видели. Из чего стреляли? Пистолет Макарова. Немедленно уходите. Не рейсовым транспортом. Я вышлю группу, потому что действительно непонятно, во что вы ввязались. Есть. Если не сможете уйти самостоятельно, затаитесь на местности и ждите. Они вас найдут, организуют прикрытие и эвакуацию. Все. Да что? Ну что, ждем группу. Впускай. Пошли. Продолжайте полировку. Вот история с продолжением, а? Влип, Кирюх. Ни колхоза, ни рыбалки. Да, а после твоего звонка, наверное, подумает, что мы тут оба головой поехали. Подожди. Нам это еще по второму кругу придется доказывать Королеву. Знакомые места. А? Кавалерия? Может, прокатимся? Не боишься? Лошадь тебя испугается. Себя посмотри. Мать, стой! Стой, стой! Да можно мы с тобой проедем, а? Да садитесь. Так, опа. Готовы. Давайте. Мать, прости. Спокойно. Все, осторожно, ребята. Давай, давай, давай. Мы сами из милиции, все знаем. Сейчас, сейчас. Давай, 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 давай. Прости, пожалуйста. Быстро, быстро. Спокойно, не надо. Все, 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 без рук, без рук, без рук. Дверь держи. Не надо так. Спокойно, ребята. Тихо, тихо, тихо. Сказали, фантом? Да. Ни деревня, ни колхоза. Да. Предприятие невидимка. Такое уже было на Кавказе. Директор даже ордена получал. И уверен, наверняка прикрывают их не только Министерство внутренних дел, но и местная милиция. Я уже направил туда группу оперативной поддержки. Но, боюсь, как бы они не опоздали. Но это же неоправданный риск. Делаем все возможное. Ничего не бояться. Ворунт, ворунт. Мельницы. Простите, что? Нужна эта информация. Непонятно, чем кончится пленум. Ни за что нельзя ручаться. Все очень зыбко. Так что работайте сюда. Разрешите идти? Действуйте. Уволю! Развели в своей области черт знает что. Сигнал за сигналом. Сотрудники БХСС дачи себе понастроили. Да не дачи, а дворцы. Николай... Молчите! У вас откуда трехэтажный дом? На какие деньги? На полковничью зарплату? Все не совсем так. Николай Алексеевич, с этими сигналами действительно надо разбираться. От кого они? Зачем? Сейчас ведь время такое. Могут и зря человека грязью облить. Ну и кому это нужно? Мало ли. Ну все любят МВД. И вообще тенденция такая. И вот тут рассказали часть политбюро. Андропова проталкивает.
А кто тебе это сказал? Один человек разговаривал с Гришиным. Так что насчет Щербицкого еще не факт. Андропова, говоришь? Ладно. На сегодня все. Потом договорим. Занято. Ну, здравствуйте, ребятки. Здрасте. Искали меня? Горелов? Слава Богу. Объявился. Потому что начали думать, что у вас в деревне все на голову хворые. Кого не спросишь, никто не знает, не видел. Ну, так у нас народ неговорливый. А деревня? Колхоз? Они где? На бумаге. Не повы. Удобно. Государственные дотации. Возможность сбыта продукции. Да? Ну, вообще-то я... директор перерабатывающего завода. Ну, овощи, фрукты. Консервируем, сушим. Да, кстати, есть не хотите? Ну, как хотите. Так что колхоз нужен. Это ж какие деньги можно прогонять? Большие ребята. Очень большие. И что, Королёв не знал, что все это липовое? А зачем? Я ему говорил о небольших нарушениях. Он меня прикрывал. О, если бы он знал о масштабах моей работы, обдирал бы как лип. Ну, а так, так я отстегивал по минимуму. Простите, тут усадьба Синицыных далеко? Ой, это усадьба? Да, помещика Синицыных, нежилая, с церковью. А, так это вот прямо по дорожке до поселка. Там повернете вправо 2 километра. Спасибо. Ну, а сейчас что перестал платить? А зачем? Мы хоть в деревне живем, а за жизнью следим. У вас там в Москве большие перемены назревают. Так что будет не до нас. И Королеву в первую очередь. Начнут порядок наводить, ему решетка светит. В лучшем случае. С нами-то что будем делать? Ой, даже не знаю. Вроде от вас вреда большого нет. А отпускать нельзя. Пока там в Москве вашим начальством займутся, они же успеют еще кого-то прислать. Этот кто-то обязательно меня закопает. Так что уж лучше... Нас зарыть. Ну, без обид. Да что вы, какие обиды? Свои люди. Ой, бывайте. Глаза такие добрые. Да сволочь! Что-то не нравится мне все это. Хорошее молочко. В городе такого не купишь. Ну так из-под кормилицы. Только утром сегодня и слила. А где кормилица-то? Да вон там пасется. Привела мне тут на 2 москвичей. А я их в бань поселила. Они, видно, сигарету-то забыли потушить. И уснули. Вот и спалили мне баню. Бандиты такие, да. Вот. А когда пожарники-то приехали, одни голодежки уже остались. В милицию их надо, негодяи. А, да удрали они. А еще мне тут пальбу устроили. У них пистолеты оказались. Ну, дела. Вот. Так сколько за молочко-то? 1 рубль давай. Что-то дорого, по-моему. Да мне баню надо восстанавливать. Спасибо. Ой. И вам здоровья. А банку-то оставьте. Так за рубль.
За рубль-то можно? Москвичи хреновы. Мне глухо. Эй, малой! Привет! Чего, клюет? Клюет! А че у тебя костерок-то хилый такой? Огонек маловат! Вы еще не видели, как баня горела! Баня горела? Да! У кого? У тети Маруси, она через улицу от нас живет. Так полыхало. Я хотел бы пойти посмотреть, но меня бабка не отпустила. Ох уж эти женщины, ничего в пожарах не понимают. Всего боятся. Ага, но зато кое-что другое видел. Ну? Как этих двух мужиков, которые кухню спалили, поймали. Поймали? Да ладно. Честное слово, их друг Магенко около пруда утром видел, а потом их милиционеры увезли. Не может быть! Честное слово, их в дом Горелого отвели. Директора овощного завода. Это который у станции, с флюгером? Нет, это на Красноармейской улице, дом с зеленой крышей. Молодцы милиционеры, ладно, бывай. Давай. Пока. Удачи. Давай, давай, давай. Ух ты. Молодца. Тише ты, сторожа услышал. Ага. Вот так. Ой, затекли руки, а. Сюда, в сарай, да. Они здесь. А ну стоять! Ну, корежи! Поднимайте! Быстрее! Я вроде попал в одного, а врагами хотят уйти. Да где они? Ты живой? Давай. Ну, давай же. Точно дом Горелого? Точно. Бедновато. Никого. Опоздали. За мной. На вылет. Давай, иду в город. В районное управление. В комитет. Я тебя не брошу. Расшифруемся. Да хрен с ним. У тебя две девчонки в городе. Выбирать надо. Тихо, 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 тихо. Тихо, держись, держись.
Держись. Жалко. Что жалко? Удочки-то сгорели. Ой, устал я. Устал. Вернулся наш человек, Кирилл Нестеров. Вернулся один. Напарник убит. И самое обидное, документов никаких. Более того, главный фигурант скрылся. Все впустую. Ну нет. В общем... Что? Что в общем? В общем, можно было в этот колхоз раскрутить. Дело получилось бы громкое. Хищение там колоссальное, и МВД так или иначе втянуто. Но тогда мы засветим Нестерова. Стоит ли оно того? На выходе ноль. Человек погиб. Отличная работа. Ладно, вы правы. Отложим это дело на потом. Так или иначе, оно у нас в активе. Но ваши люди пусть работают. Ну, Горелов, ну, сволочь. Все это время обносил меня на такие деньги. Скотина. Наказать бы надо. Он сейчас так заныкался, его бег не сыскать. Меня другое беспокоит. Одного из двоих, которых я послал, проверенного, прежнего, убили. А Нестеров ухитрился сбежать. Как? За ними несколько человек местных, ментов, гнались. Ну так и ментов надо спрашивать. Спрашивали. Молчат. А Нестеров, говорит, сам выпутался. Не верю я ему. А мне его рожа сразу не понравилась. Нестерова надо отставить жестко.